Second day. Я хочу всем сказать большое спасибо за поддержку. Это сегодня день памяти нашей бабушки и дедушки. И по-другому никак не должно было быть, по-семейному. Спасибо всем за поддержку, что пришли, поддержали и много все вспомнили. Я уверена, что сейчас ее нишама с нами, и они очень радуются, глядя на нас, как, какую дружную атмосферу мы сейчас имеем. Слава Богу, а вот ему бы нету таких, что вот джанги, анги, гиле. А это вообще редкость сегодня в Америке, чтобы семьи не враждовали из-за своих бизнесов, из-за своих домов, худов, детей. У нас этого нету, благодаря нашей бабушке и дедушке. И нам никогда не стыдно сказать, кто мы, какого происхождения, авлота. Иногда мальчики или девочки, когда выходят замуж или женятся, и когда их спрашивают, кто вы приходитесь, они вместо того, чтобы сказать, я внучка Дино Нарматова или Дохайма Нормат, внук, они говорят, я зять вот такого-то человека, я сноха вот такого-то человека. Потому что они стесняются от своего рода происхождения. Слава Богу, у нас этого нету. Мы всегда достойно говорим, чьи мы дети, чьи мы внуки. Это благодаря имени нашей бабушки или дедушки. Они прожили очень достойную и нелегкую жизнь. Голод, холод, война. Но они смогли нам, научили нас, как любить, как уважать, как ценить жизнь и, самое главное, как ценить нашу дружбу, то, что у нас есть. И нам тоже есть, что передать нашим детям и нашим внукам, потому что в нас все это вложено от бабушки. Как Берта сказала, мы все выросли во дворе у бабушки. И мы никогда не чувствуем между собой, мы двоюродные. Мы всегда чувствуем, что мы одна семья. И то, что я сегодня хотела и видеть, спасибо Илюше за поддержку, и Мише, что вы поддержали, что это еще состоялось, и что все пришли. Большое всем спасибо.